Итак, всем привет, с вами Топка, мы продолжаем играть в Европу Универсалис за Византию, в Кок. Это новая DLC, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас еще куча дел, потому что мы немножко замедлились, нужно обратно ускоряться. Будем захватывать, я думаю, Италию. Немножко сюда сходим, посмотрим, подумаем, что делать с Австрией. Конечно же, доедем Османов Караман, Кавказ и чуть-чуть сюда. В общем, планов много, поехали. Ой, Венеция просто выпала из ревалов. Есть реальное желание поставить в ревалы на самом деле Австрию. Как бы она на самом деле не слишком сильная, мы ее могли бы разбить на поле боя. И от Венгрии нам бы территории хотелось, да и от Австрии потом тоже. Но я думаю, пока, прям вот пока что, не стоит. По той причине, что у нас сейчас будет жесткий отжор, нам нужны союзники от коалиции. Вот с Брандой тоже нам бы, наверное, было бы союзиться неплохо, хотя это очень слабый император, не знаю. Единственное, конечно, Москва, у нас будет союз, я думаю, на всю игру плюс-минус. Я подумал, по идее, давайте, наверное, как-то все-таки пойдем в административку сначала. Нам, конечно, не будет хватать админки, но потихоньку, наверное, насобираем. А потом, наверное, дипку, чтобы просто жестко красить. Хотя, может, и шпионажку. Но вообще, наверное, дипку. И мамлюки напали на осман. Не самое хорошее развитие событий. Нам нужно успеть что-то сделать, но пока что не можем. Другой вопрос, что мы можем в теории напасть на кого-то из союзников. Как-то еще сагрить османа, допустим, на Кипр вряд ли. Но в теории вот сюда чуть-чуть пораньше мы сможем откатить мир. Смотрите, какой у нас есть квест, готовый уже. Наш Константинополь апгрейдит все свои здания и получает прекрасный баф на минус Говен Кост, то есть к пасти мы все побольше получаем. Теперь без дебафов, без точнее потери, мы концентрируем девелопмент, посмотрим, как это будет работать, и можем расширить за проход налоги. Вот оно. 50 дева нам нужно. Шипьярд, Coastal Defense, то есть вот нужно подстроиться. И в соседней провинции то же самое. И нам нужен флот в 80 кораблей, что, кстати говоря, для нас как бы реально, но пока что не очень хотелось бы. Наверное, кстати говоря, хочу продавать свои караки, я считаю. Давайте сделаем вот так. И как война закончится, сразу их продадим. И мы почти дожили до момента, когда у нас перемирие кончается. Ну, как дожили, осман почти дожил. Нам нужен октябрь, уже июль. Это супер близко, так что да, наши войска уже готовятся к рывку. И смотрите, корабли по 40 монет мы можем продавать сюда. Это выгодно. А также я могу прокачать себе Марея, получить здесь Trade Center, еще побольше Trade Power. И либо традиции и Адмирала, либо два годовых дохода от трейда. И как будто нажать попозже, но я думаю, и так сойдет. И я, кстати говоря, советника своего замаксил вот этого 5 левела, поставил, взял уже первые админки. У нас стоит поэтому 11, ну 12 монет. То есть, грубо говоря, чуть больше 2 монет за админки очко. Что меня устраивает, потому что мне нужно очень много админки. Я единственное хотел бы еще, наверное, поменять себе военного советника. И все окей. И у нас наследник 1.5.4. Такой, конечно, тоже улетает с балкона. И вот мы продавали все корабли. 8 кораблей, каждый по 40 монет. Достаточно неплохо. Перемирие все, пишем, можно быстрее, здесь зайдите все профки. И вот сейчас Австрия начинает меня уже нервировать своими вот этими войнами, которые мне не нужны, определенно. Нет, Австрия. Пришло нам время расстаться. Я такой престиж хотел и депре, потому что неприятно, ну ладно. Ну если не случится никакого чуда, я не думаю, что здесь что-то может случиться, я больше этих 4 провинций не заберу. В целом неплохо, всего 2 провинции успел забрать и осман. Так что да, миримся. Почему бы и нет? Чтобы сразу побыстрее курить все. Ой, у нас появляется новая реформа. Система темс, не знаю, темы. В любом случае, теперь у нас, во-первых, привилегия какая-то не уменьшает абсолютизм, дает еще Land Force Limit. Land Force Limit — это круто. Давайте в любом случае нажимаем. Получаем еще 150 милки, 100. Говорит, реформ прогресса, что тоже круто. Неплохо. Ну и да, она будет только вот здесь, так что до нее еще дойти, конечно. Здесь выбор у меня стоит между дипломатом и 5 с лояльности. 5 лояльности — это я-то на самом деле всегда. Как и дипломат. Либо 10 техкоста, 10 религиозного единства и 10 минус инфлюенса моим религиозным ребятам. Все из чего тоже очень вкусное. Но, наверное, все-таки возьму дипломата. Дипломат в среднем позволяет побольше всяких вещей делать одновременно. И претензии, и улучшение отношений.
Так, нападаем мы на Требизонт через Теодора. Таким образом, мы призываем Черкесию и Требизонт в войну. Таким образом, нам не придется воевать с... А, здесь, да, вот, с Каракаюнлу, которая гарантирует независимость Требизонда, что было бы не очень приятно. Хотя, я в целом без разницы. Слушайте, наверное, давайте лучше сделаем вот так. Теодора... Грузию мы не зовем, потому что это Толтар. Хотя, давайте на всем, что мы будем... А, ну вот Черкесию не стоит нажимать. Вот так вот, наверное, мы готовы повоевать. По той простой причине, что мы так сэкономим себе максимум агрессивки. Ну и без труда вайпаем сразу несколько армий специальных. Ну, здесь, которая была, здесь. И в Теодора. Остается лишь Черкесия и Грузия, что для нас меня, конечно же, составляет какой-либо угрозы. А еще я принял турецкую культуру, и это дало нам... Давайте, наверное, так вот и поставим. Автоматически теперь можно миссионеров юзать. Будем потихоньку конвертить их ребят. Хотелось бы мне поставить религиозного парня, но отсюда мы генерим максимум админки обязательно. А это самый скидочный, ну, сайтик по скидочке. Следовательно, стоит им попользоваться подольше. Итак, Золотая Орда готова. Я, наверное, вот Золотой Орды не буду еще брать из Астрахани, только возьму крымские территории. И можно было бы вот так, наверное, сделать и порвать союзы тем... Что у них тут есть, да. Они почему-то, мол, говорят, что все не так плохо у них. Они что-то придумали, не знаю почему, не 100%, допустим. Подождем просто. Ой, турков мы выгнали из Анатолии, еще плюс очки. И мы забираем себе еще и крепости Караканилу все. Можем сразу с них забрать все деньги. Плюс, если у нас какие-то... Какие-то претензии есть, но как будто не хотелось бы агрессивку слишком получать. Поэтому заберем только деньги, да. Союзы здесь все не страшные, рвать ничего не будем. Забираем деньги, репарации и trade power. О, они не согласны. Ну, сейчас согласятся. Да, вот и они и согласны. Мы получаем здесь trade power. Мы сможем тянуть, кстати говоря, скорее всего, Персию. Хотя мы не можем тянуть Алеппо, так что в этом смысле не так много, но деньги всегда кстати. И теперь начинаем все здесь умиривать, я думаю. И, короче, я понял теперь, почему. Грузия, трибутар, ну, типа, этот, платит... Трибут, я уже не помню, как правильно красиво сказать на русском. Данник, по-моему. И из-за этого она считала их частью себя, как будто это вассал. Хотя трибут это как бы, ну, вассал все-таки, данник, верно? Это не тот тип вассала, который должен считаться. Ну ладно, так или иначе, миримся со всеми тут. Получаем кучу территорий, кучу денег. А, ну здесь еще добьем и с ними тоже замиримся. И прежде чем закорим, мы все-таки качаем себе, наверное, милую идею. Админку, очевидно, мы не будем тратить. Вот сюда и получим куркос 25. Супер сильно. И у нас готов вот этот квест. Теперь в Требизонде мы апаем 2 левела, либо получаем деф. Возможно, стоило бы апнуть самому, но мы не можем. Зато мы можем, нет, делать вот так и апнуть. Да, можем здесь поделать торговые компании, по крайней мере, в тех религиях, которые наши. А здесь как раз-таки, смотрите, какая прелесть. И религии наши. Это, конечно же, прекрасно. Мы здесь можем действительно сделать хорошую ТК-шку. Так и вот здесь, и, возможно, получить дополнительного купца, которых нам очень не хватает. И с этой миссией мы, получается, 2 дева дополнительных получаем, плюс легитимность и стоимость советников. Минус 10% с культуры нашего правителя. Это приятно. Ну и, конечно, еще какой-то ивентик сейчас получаем. Есть только одна Римская империя. А, ну это он и есть. И получаем все клаймы, которые краски нам пригодятся. Этот сайтинг стал, кстати говоря, еще дешевле. Прелесть. Мы еще и конвертим по культуркам. Шикарно. На самом деле шикарно. А... Блин, ставку терять слишком не хочется. Давайте пока так. Либерант все хочет стать нашим союзником. Блин, я чувствую, если я стану союзником, Польша или Франция начнет душить их. Так что, увы, пока нет. Ну что, мы готовы теперь, я думаю, пойти вот сюда. Здесь еще, кстати говоря, есть Рагуза. Которого вообще было бы неплохо тоже съесть. Поэтому давайте, наверное, сделаем вот так. Достроим на всякий случай еще немножко галер, кстати говоря. И сейчас повоюем быстренько с Венецией и, в принципе, с Италией, я бы сказал. И да, мы получили торговца. Это очень хорошо, нам их очень не хватает. Поехали. Война на море и на земле. И мы должны выиграть. Смотрите, вот эти мелкие страны, литерали только они, потому что у нас нет никаких других... Пошли против нас, потому что они считают, что, мол, есть возможность, учитывая вот все эти страны. Забавная ситуация. Кстати, забавно, что Венеция привела сюда огромную армию.
Я не ожидал. Но мы с этим справимся. Самое главное, на море у нас абсолютная доминация. Немножечко мы там теряем корабли, но это не сравнится. У нас и морали больше. Особенно если, кстати говоря, поставлю, наверное, советника нашего. А, его нету. Ладно. В любом случае. Очень большая комбатка, поэтому даже x2 мы побеждаем. И очень много морали. Да. Мы потеряли что-то, но они потеряли весь флот. А еще, по-моему, теперь можете делать вот так. Видите, у вас мерки? Раньше вы делали вот так и потом мержили. Теперь вы можете мержить вот так. Господи, это жестко. И очередной наследник. Кстати, разбили мы здесь по Примскому, потому что они разъединились. И очередной ребенок, неизвестно чей, падает из окна королевской семьи. Никто не знает, с чем это связано, но почему-то так происходит. И да, я наконец-таки взял эту крепость. Можем мы чуть-чуть отступить. И переправить сюда, я думаю, наемников. И еще я немножко откатился назад, чтобы посмотреть, потому что я случайно принял. Действительно, теперь можно смотреть, какие выбрать миссии себе, и либо развивать свою собственную гвардию, как я понимаю, и наемников варяжских. Вот контроль над нашими этими вассалами. И они сразу будут ненаследуемыми, что очень сильно. Либо, это первый вариант, либо, видите, какие-то еще варианты. То есть мы можем получить клоунленды с наследованием, можем традиции дать субъектам, либо дисциплину дать субъектам. Наверное, первый вариант самый удобный. И под конец получаем 4 говорит реформ прогресса за каждый карт-хаус с максимум в сотку. То есть реально сотку можно получить, обязательно так стоит сделать. И мы за это получаем скидку 10% на арму и 10 fire damage. Очень приятно. Здесь у нас альтернатива профессионализм, минус скидки на наемников. Здесь у нас число их, и первый вариант еще больше их. Еще один вариант не уменьшает force limit, и еще один вариант повышают, наши субъекты получают плюс 5 force limit. И мы получаем manpower и DSU наемников, что, кстати говоря, тоже сильно, но, конечно, я думаю, это сильнее 100%, так что мы это и будем брать. А еще мы можем установить наш флот, 40 кораблей, нету привилегии, той самой, которую мы уже брали, и получаем 10 durability и 15 redpower. Тут же огонь, вот этот вот, помните, греческий огонь мы получаем, 10 еще комбатки и галер. Очень-очень сильная тема. И еще временный модификатор. Ну что ж, адмирал у нас пока есть. Можем законсервировать это на потом. Господи, у нас престижа у них уже не хватает на иметь петлю на нашем балконе. Но нет, он тоже улетит. И не прошло и года, как я наконец взял себе Рагузу. Да, это заняло время. Потому что постоянно венецианцы приходили, и мне нужно было армию Тосия перебрасывать, а им вот так вот ходить было проще через крепости. И да, я ее, конечно же, забираю полностью. Особенно учитывая то, что она крала у меня крайне много торговых, торгового влияния вот отсюда. Выводила мои монетки. Теперь с ней покончено. И мы корим, господи, как приятно иметь кидочки. Кстати, давайте, наверное, даже немножко так сделаем. Быстрее все пойдет. И теперь вопрос, хотим ли мы что-то от Венеции? Ну, вообще, наверное, нет. Наверное, я на этом я и закончу войну эту. Заберу просто корки, точнее клаймы твои. Хотя, конечно, манит Венеция с нее денег срубить, но я думаю, будет попроще просто вот так сделать и не тратить на это лишнее время и ресурсы. И вот теперь, смотрите, мы получаем себе клаймы на все и будем по клайму кушать. Перевосстановили к нашему метрополису. Получаем там еще, так понимаю, да, где-то греческую культуру где-то, грека культуру, точнее, допустим. И да, теперь у нас есть клаймы на все это. Кроме того, на Африку, что тоже на самом деле может быть интересно. И, наверное, я туда и пойду, потому что у меня сейчас, смотрите, с Османом, точнее, с Мамлюком еще перемирие. Триггерить к Караманам это перемирие особо мало смысла имеет. Здесь осталось, ну, в лучшем случае, если мы на белое замеряемся, мы сэкономим так годик-2, очень мало. А воевать придется нормально, хотя, конечно, он слабее, но все равно придется. Он поворот заканчивается потихоньку. Поэтому Тунис, наверное, самый подходящий противник, он слабенький. И с него можно будет срубить денег, плюс, конечно же, делать квест, который, смотрите-ка, даст нам плюс еще комбатку галер временно и навсегда мораль и капасти. Неприятно. И возьмем все-таки защитника лица. Нам тут еще как раз есть квест на конверсию вот этой провинции. Это произойдет достаточно быстро, 21 месяц. Начнем мы конвертировать, наконец-таки, здесь все, потому что есть с этим проблемы некоторые. После чего мы получим средника, который как раз-таки и заменит текущего. Тоже по скидочке 50%. Очень приятного. И можем теперь еще вот эту кнопку нажать и еще больше повысить конвертацию. Теперь можем все законвертить, 100% прелесть. Ну и что я могу вам сказать? Потихоньку мы выходим
какие-то такие доходы уже солидные. Manpower, конечно, еще не супер много, но над всем будем работать. Я думаю, что, наверное, стоит, кстати, переставить, наверное, наших немножко торговцев. Причем в Константинополе, наверное, стоит оставить, потому что я не думаю, что я могу откуда-то тянуть сильно лучше. Алеппо я еще слабо контролирую. Максимум вот отсюда, типа, здесь тоже смысла мало, Венеция смысла мало. Наверное, как-то так мы и оставим пока. Итак, Крым тянуть обязательно стоит, потому что если мы не будем тянуть сюда, то вытянет Литва наверх. А так мы очень много сюда на самом деле получаем. Возможно, кстати, стоит ставить вот сюда вообще торговца. И, наверное, это может дать нам больше денег. Да, это дает нам намного больше денег, слушайте. Это полезно. Я еще здесь получил новый город. Это ивентик, он один раз за игру прокнул. Прокнул он в отвратительном месте. Потому что, ну, можно было в любой другой провинции. Здесь много чего она могла бы дать нам больше вэлли, но в принципе застрахование даст нам тянуть пока неплохие деньги. Слушайте, я нашел, кто у нас еще, знаете, скажем так, не на перемирие, и кого можно было бы подъесть. Единственное, Москва безумно слабая сейчас, у нее денег нету, доверием почему-то еще проблемы. А, ну это мы подправим, у нас куча фейворов. Окей, можем попробовать. Хотя изначально, да, все-таки лучше Тунис, потому что здесь даже Марокко его не защищает. Видно, что такую войну выиграть будет несложно. И смотрите-ка, прошло какое-то время, и у нас появился новый наследник, кто-то уже давным-давно прошел, попал, скажем так. И у нас 6-4-0. Ну, если не брать, то там мы имеем дебафы. Если брать, то мы имеем очень посредственного, на самом деле, наследника. Типа, это средний стат практически 3. Как и наш текущий, но наш текущий посильнее на самом деле, чуть-чуть. И самое главное, у него стат в милке в 5, самое главное. Ну ладно, админка 6 в принципе кое-как меня устроит, потому что дальше я буду закрывать скорее всего какую-нибудь шпионку, дипку, религию, что-то такое. Милка, наверное, может чуть-чуть почилить, ладно. И появляется колониализм у Испании. Допустим, пусть нас это устроит. И что нам на самом деле нужно от Туниса? Невероятно, но факт, это кашка, конечно же, ради торговца. Так что мы забираем просто себе побережье, чтобы здесь можно было проходить. И торговые вот эти вот два центра. Я думаю, с ними мы вполне себе сможем получить торговца. Так что, да, еще, конечно, давайте репарации заберем в себя. Нас это более чем устроит. И, наверное, я не буду ждать, пока я это поконверчу. У меня куча всего надо, чтобы конвертить. Я еще, кстати говоря, здесь, скорее всего, сделаю это кашку из вот этих трех стейтов. Перебить Константинополь будет, потому что тяжело, я думаю. Одного стейта будет мало. Тут он очень большой и будет еще больше. Но посмотрим, может хватит вот этих вот двух. Как бы, пока что я, кстати говоря, да, застейтил, чтобы, во-первых, конвертить быстрее. А во-вторых, мне нужно будет эту провинцию для квеста еще развивать. В стейте это делать чуть-чуть попроще. Так что здесь, да, я думаю, не сильно задумываемся, просто делаем все ТКшками. И, конечно же, корим. О, господи, чрезвычайно низким ценам. И там сейчас отсюда получим еще одного торговца. Причем такого уверенного, абсолютно точного. Прелесть. И заключаем союз с Францией, потому что это вполне себе выгодный союз. Нам нужны союзники, чтобы у нас коалиции какие-то не заходили. Я думаю, пора, да, пора заниматься Австрией. А именно венгерские территории себе возвращать. Которые они у нас немножко украли. И нападаем мы, наверное, за Ведин, потому что эту пробку проще всего будет контролировать. Их чуть-чуть побольше, но это из-за того, что, кстати, черт, Бранденбург еще на их стороне. Но это и показывает, что нам точно не очень интересно с ним союзиться дальше. Поехали, я думаю, мы должны без проблем здесь все победить, как говорится. И мы взяли первую крепость за 2 месяца всего. Но это благо, конечно, с 6 пушек и еще генерал с 3 среджа. Почти моментально у нас там хорошие проценты. На флот, по флоту мы их побеждаем, но единственное, остались здесь сепары, их бы, конечно, с этими ребятами подавить. Давайте попробуем быстренько маркнуть армии, кто и не успеет, как говорится, за месяц. Я также понимаю, что мне было бы неплохо вообще взять вот эту крепость для нашей обороны, хотя вот где-то здесь она мне нужна, а пока что мне нужно где-то здесь, потому что иначе, видите, у меня здесь такое пространство, куда можно пройти свободно. Поэтому давайте бахнем ее. Конечно, она тратит нам деньги. Потратит нам еще на дистанции тоже деньги. На содержание. Но ко мне не будут бегать все срать. Потому что, видите, вот эту крепость я построил. Теперь всегда они сюда собираются. Очень удобно там жить.
Нет, не хочу, извините. А вот и вторая крепость. Приятно иметь сиджа и пушки. Вообще надо бы еще, наверное, подстроить пушек, но пока небольшая экономия. А так пока баечу Ишку на то, чтобы он разводил свои войска и вот так вот пятерочки вайпы. И после нескольких вайпов армия Генуи готова. Мы контролируем еще два замка. Там же, кстати говоря, отсиджит. Здесь мы отсидживаем. Вайпали мы много. Это, кстати говоря, генуэзские пропали уже. Так что да. Потихоньку-потихоньку выбиваем всех. И останется одна Австрия, и мы уже разобьем Австрию. Я делаю забег, садится на лицо Ишкам. Они таким образом мирятся, потому что уже нахавались усталости на вайпах и просто на войне. Сейчас помирю Ишек мелких. С одной Австрией мы уже справимся потом. И только Бранденбург так не получится вывести. Уж слишком он в себе уверен. Но он достаточно большой, так что справедливо. Да, вот оно. Так что идем добивать все, что, ну, все, что здесь есть у Австрии, но все остальные страны замирены. Ой, мы получили вот здесь корочку. Тем самым моментом, да, православных, которые говорят, что давайте мы теперь будем с вами. И вот такой вот, наверное, мир я хочу рассматривать. Кстати говоря, это у нас немножко удешевит по игре все. Все еще у нас немножко будет игры, но мы замеримся, я думаю, раз в декабре, чтобы сразу тик прошел. Плюс получаем отношения здесь со всеми и будет норм. Я пошел брать Вену, потому что надо как-то заканчивать этот конфликт, и можно ее... Точнее как, не можно. Мы это уже сделали, мы ее ограбили, можем профу получить, либо получить деньги и милку. Это за кражу Ведина, как говорится. И там Франция напала опять на Бранд. Ну как, она напала на Священную Римскую Империю, и там Бранд за ней зашел. Что с ебалом? Господи, ну вот ведет и ведет просто все армии сюда... Как будто, не знаю, дерется за свое существование. Хотя могли бы быть вообще друзьями. И да, Бранд захотел наконец-таки на Белый мир выйти. Ну и без этого тоже Австрия бы готова была мириться. Неужели? Это заняло очень много у нас времени. Нужно нам еще доулучшать отношения, но мы этим занимаемся. Все равно коалиции не будет, потому что у нас союзники... У нас в союзниках была Франция. А теперь она подумала, что мы больше не можем быть друзьями. Почему? Да просто так. Ну и да, получили мы очень неплохо земель. Конечно, далеко нам еще до контроля Венеции, но будем сейчас к этому стремиться. Заодно как раз наконец-таки делаем вот этот вот квест. Получаем себе генерала, получаем себе болгарскую культуру как принятую без слота. Как я понимаю, она не занимает слот. Да, она занимает слот, но получаем плюс один, допустим. Может, когда мы ее уберем, мы потеряем этот плюс один. Здесь мы получаем плюс сила миссионеров против еретиков, престиж, куча клаймов. А традишки, кстати говоря, 3 милопоинта за каждую традишку. Мы можем под это нажать, кстати, триумф. Блин, ну как-то жалко на 25. 20 никуда пойдет. Давайте так и нажмем. Получится немножко мелочков. И теперь у нас цель пойти захавать Венецию. И, наверное, пойдем еще в Мамлюка. Наверное, уже мерками. Я думаю, на этом мы подзакончим текущую серию. Подрасширились мы еще поприятней. Следующее, я думаю, мы уже восточную часть подвосстановим нашей Римской империи, которую мы, я думаю, и будем делать, к которой мы будем стремиться в этой игре. Думаю, получится. А вот все дальше будем захватывать, будем Персию подкушивать и думать, как бы нам залезть в Венецию, чтобы получить кучу-кучу денег. Ну, с вами был Топкей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твичи, скоро отпустите. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Всем пока.